Прежде всего, я предлагаю свои смиренные поклоны лотосным стопам моего Парамарата Гуру Падпадма, Ом Вишнупад, Парахамса с вами, Аштотарашатам, Шри Шримад Бхактивиданте, Шри Левам Нагасвами Махараджу, и Ом Вишнупад, Парахамса с вами, Аштотарашатам, Шри Шримад Бхактивиданте, Шри Ли Нараяна Госвами Махараджа, Ом Вишнупад Шри Ли Бхактивиданте, с вами Махараджа, всем спутникам Шрила Сарасвати, Такура Прабхупада и всей Гуру Варги. Я предлагаю свои дандават пранамы всем вашнавам и вашнаве, собравшимся здесь, и приветствую гостей, присутствующих сегодня, вдохновляющих меня рассказывать Харикатху. В Кали-югу есть четыре авторитетных ачарьи. В Пара-югу Вьясадев, который составил Шримад Бхагавата, он предсказал, в Кали-югу будет четыре вайшнавские сампрадаи. Это указано в Падма-пуране. Одна сампрадая идет от Лакшми Деви, богини удачи, и ее выдающийся ачарья Шри Рамануджа Ачарья. Вторая сампрадая началась с четырехголового Брахмаджи. В их сампрадае выдающийся ачарья Шри Мадва Ачарья. Другая сампрадая началась с олицетворенного божества разрешения Шивы Такура, их выдающийся ачарья Шри Вишну с вами. Первый сын Брахмаджи, Санак, он начал с сампрадая, который называется Чатуксан сампрадая или Санак сампрадая, где выдающийся ачарья Шри Нимбадити. Сначала Шанкарачарья распространил философию монизма. Мы не отличны от Бхагавана, мы с ним смешаемся, но это абсолютно неверная идея. Рамануджа Ачарья, он родился в Южной Индии.
В то время все ходили в одну гурукулу. В настоящее время столько много разных школ. Но раньше ходили все в одну школу. Детское имя Рамануджачарья было Лакшман Дешик. Когда он ходил в гурукулу, он там обучался. Как Господь Рама, Господь Кришна, все ходили в гурукулу. Господь Кришна и Баларам были в школе Сандипани Муни. Господь Рама, Лакшман, Бхарата, Шатрудна, они ходили к Васиштхи Риши. Господь Махапрабху ходил в гурукулу Сурьядаса Пандита. Таким образом, все ходили в гурукулу. Итак, Лакшман Дешик также ходил в гурукулу Ядава Пракаша. Будучи в гурукуле, нужно было все время там оставаться. Сейчас можно покинуть школу. А раньше нужно было всегда оставаться в школе и совершать разную деятельность, собирать дрова, пасти коров, всю деятельность для семейной жизни там нужно было. Что делается в семейной жизни, там нужно было тоже делать. И они также стирали для Гурудева, массировали его. Все делали мальчики в школе. Однажды один мальчик массировал Ядава Пракаша. Кто-то массировал стопы, кто-то спину. Было много учеников, много студентов. Одна группа, другая группа. Однажды, во время массажа, Ядава Пракаш обсуждал лотосное лицо Нараяны. Он говорил, глаза Нараяны как выглядят? Как задняя часть обезьяны. Услышав это, Лакшман Дешик не смог этого стерпеть. Он не хотел плакать, но не смог сдержаться. Слезы потекли из его глаз и попали на спину Ядава Пракаша. Слезы бывают двух видов. Одни прохладные, другие горячие. Можете сами проверить, и это указано в Писании. Если кто-то несчастлив, его слезы теплые. А если кто-то счастлив и плачет от счастья, то слезы холодные. Если кто-то несчастлив, то он может плакать. Но почему человек, который счастлив, может плакать? Я приведу пример, который говорил Гурудев. Одна семья жила, и она отправила ребенка на обучение. Долгое время они его не видели. Через некоторое время, когда они с ним встретились, мама и папа побежали обнять его скорее. Через долгое время увидели его. И слезы текли из их глаз. Такие слезы прохладные. Итак, Ядава Пракаша стал спрашивать, кто плачет, кто несчастлив. Я говорю такое замечательное объяснение. Студенты отвечали, это Лакшман Дешик плачет. Эй, иди-ка вперед. Чего ты плачешь, Гурудев? То, что вы объясняете, что глаза Нараяны похожи на заднюю часть обезьяны, это нехорошо. Это очень болезненно. Я могу это терпеть. Но что же это значение? Ты предлагаешь, маленький мальчик, со мной хочешь поспорить? Ищешь во мне недостатки? И он сказал, да, Гурудев. Ка здесь значит вода. Тот, кто пьет воду, солнце. Каждый день солнце пьет воду из океана, из рек, из озер, отовсюду.
После этого солнце очищает воду и выливает дождями воду из океана. Вы не сможете терпеть, очень соленое. Вот какая очистительная машина. Это солнце всю воду очищает, а потом дождем проливает. И эта дождевая вода, она питает траву, у лианы, животных, всех они так получают новую жизнь. И когда солнце встает, лотосы расцветают. И здесь, значит, значение лотос. С двух сторон лепестки лотоса красноватые. Продолговатые, красноватые. И здесь значит, что глаза Нараяны, глаза Бога, они красноватые, как лотос, они как задняя часть обезьяны. Все были очень удовлетворены. Такое замечательное сравнение. Ядава Пракаш подумал. Этот мальчик, необычный мальчик, опровергает мои аргументы. В будущем он будет опасен для меня. Я должен убрать его из этого мира. Если нет бамбука, то нет и флейты. Так, нужно его убить. В этой гурукуле один двоюродный брат Лакшмана, Дешика, по имени Говинда. In English only auntie. Mousi, bua, mummy, mousi, all auntie. Nothing else. What to do? So what happened? И так что произошло? They are making conspiracy. Они устроили заговор, и Говинда это понял. С гуру они путешествовали от одной деревни до другой деревни, проповедовали. И ученики подумали, вот в одну вот эту хорошую ночь, подходящую, мы убьем его. И Говинда пришел к Лакшману Дешику: мой дорогой брат, то, что ты объяснял о глазах Нараяны, наш гуру очень зол от этого, и они решили устроить заговор против тебя, убить. Лучше тебе убежать. Итак, ночью он сказал одному своему из друзей: я пошел в туалет. Если вернуться на 500 лет назад, везде по миру был международный туалет. Вы знаете, что такое международный туалет? Да, в любое место можно пойти. В древнее время никто не строил туалет внутри дома. Они знали, что это нечисто. Все должны были идти в лес или куда-то еще в другое место. А внутрь в дом заходили, чтобы кушать. А в настоящее время сейчас все идут в дом, чтобы справить нужду, а на улицу идут кушать. Нет ни у кого времени. Муж работает, жена работает. И жена может сказать: о, я даже еще больше денег, чем ты зарабатываю. Я равна тебе. Я был в Бразилии. В каждом углу большой ресторан. И столько много людей. И когда я был в Сан-Паулу, я спросил. Это один из густонаселенных городов в мире. Почему здесь так много ресторанов, я спросил. Я никогда не видел так много ресторанов. Я путешествовал повсюду, и мне сказали: Гурудев, все работают. Муж работает, жена работает, сын работает, дочь работает. Кому готовить? Итак, и они идут на улицу кушать, а домой приходят справлять нужду. Даже если вы отправитесь в европейские страны, во всех городах, во всех зданиях, нет туалета внутри, туалет отдельно где-то. А, это раньше в Европе так было. А сейчас большая проблема, если нет туалета рядом. Итак, Лакшман Дашик сказал: я пошел в туалет.
inside the forest, all of dark forest, and from there he gone. И он зашел в глухой лес и убежал. И так мальчики его ждали, но он не вернулся. И они вернулись, стали искать, где Лакшман, Гуруджи. Лакшман ушел в туалет. Мы ждали его полчаса, но он не вернулся. Очень хорошо. Мы освободились от греха. Нам не нужно прикасаться к греху. Мы хотели его убить. Убивать брахмана — это грех. Может быть, тигр или лев сделает нашу работу. Нам не нужно страдать от греха. Итак, Лакшман Дешик убежал, а тем временем один охотник встретился ему. «Эй, мальчик, куда ты идешь?» «Я хочу пересечь этот лес». «О, мы тоже хотим, пойдем с нами». Они взяли с собой мальчика. Итак, они дошли, когда они дошли до места, они сказали, вот, мы уже пришли на место. Рамануджачарья повернулся назад и никого не увидел. Это были Лакшми и Нараяна, они пришли замаскировавшись охотниками, чтобы сопроводить его. Он удивился. Да, это Бхагаван мне помог. Несколькими днями позже он пришел в Шри-Рангам. А Ядава Пракаш, он проповедовал здесь и там. И через месяц где-то появился в Шри-Рангаме. «О, ты здесь? Да, как это возможно?» Я пошел в туалет, и я забыл дорогу обратно. Два охотника меня с собой позвали и привели сюда. Да, это необычный мальчик. И так что произошло дальше? Позже Ядава Пракаш стал его учеником. Он был его учителем, а теперь стал его учеником. И принял от него дикшу Харинаму. Итак, Рамануджа Ачарья. Рама, значит, Бхагаван Рама. Ануджа, значит, Анну. После Джа, значит, принять рождение. Тот, кто принял рождение после Господа Рама, это Рамануджа. Тот, кто появился в этом мире, однажды нужно уйти из этого мира. Это меня касается и всех остальных. Итак, когда Рамануджа Ачарья покидал этот мир, не разрешено тело саньяси сжигать, нужно его положить в самадхи. Много различных ритуальных церемоний совершили для тела Рамануджачарьи и уложили его в самадхи. Что произошло дальше? Прошло 3 дня, и он вышел из самадхи и сел сверху самадхи, чтобы сказать многим преданным. И пришел во сне многим преданным, сказал, смотрите, я здесь. Они пришли, увидели его, и тело было подобно камню. Никто не делал его мурти. Он сам вышел из самадхи. Это теперь подобно виграхе. Каждый год, 2 раза в год, ему подстригают ногти и массируют его тело с камфорой, с сандаловой пастой, шафраном. В день явления, в день ухода. Возможно ли это, чтобы у божества из камня росли ногти? Нет. Вот, там до сих пор это божество. Несмотря на то, что западным не разрешено ходить, но никто сильно не проверяет, можно его увидеть.
Никто не устанавливал его божество, он сам вышел из самадхи. Однажды Рамануджачарья организовал матх. Каждый день проходила арати. На этой территории жил большой гангстер по имени Данурдар. Он был таким жестоким. Все, только услышав его имя, тряслись от страха, как в Навадвипе был Джагай Матхай, а здесь Данурдар. Он женился на одной проститутке, но она была необыкновенно красивой, привлекательной. Однажды, посмотрев на нее, невозможно было оторвать глаз. Очень красивая. Более красивая, чем мисс Вселенная. Что уже говорить о мисс Новая Зеландия или мисс Окленд. Более красивая, чем мисс Вселенная. Однажды его жена сказала: «Данурдар, я хочу получить даршан Такурджи в Шри-Рангане». И он следовал всегда ее желаниям. Ну, хорошо, пойдем. Она шла прямо, но гангстер, ее муж, шел спиной, смотрел на лицо своей жены и шел спиной. Если бы кто-то ему что-то сказал, немедленно с ним было бы покончено, был очень могущественным. И у него было много последователей. В соответствии с ведической традицией, никто не может стоять спиной к божествам. Итак, женщина стояла лицом к божествам. Занавески были закрыты, а он смотрел на лицо своей жены и стоял спиной к божествам. Сотни преданных там были. Они тряслись от страха. Если бы они что-то ему сказали, он бы их убил. Если бы его подвинули, он бы убил его. Их. И так пришел Пуджари. Пуджари тоже испугался. И так пришло время, чтобы получать даршан, открывать занавески. Все думали: «О, зачем мы пришли?» Сегодня все молчали. Пуджари пришел к Рамануджачарье Гурудев. Чего ты пришел? Иди открывай божествам. О, Гурудев, олицетворенная смерть пришла, Данурдара. Ну и что, Гурудев? Он олицетворенная опасность, никто с ним даже говорить не может. Противном случае он всех поубивает. И он пришел со своей женой. Его жена смотрит на божества, а он стоит спиной и смотрит на нее. Ну хорошо, я иду, не волнуйтесь. Итак, Рамануджачарья пришел и сказал: «Эй, джентльмен, пришло время даршана, открывать божество. Повернись лицом к божествам. Что за божество? Кусок камня. Что они мне дадут? Если ты посмотришь на лицо моей жены, насколько она красивая, твоя жизнь будет успешной». Рамануджачарья сказал: «Если я покажу более красивое лицо, чем твоей жены, что ты будешь делать? Я стану слугом, твоим слугой до конца жизни. А если нет, то ты будешь моим слугой до конца жизни». Готов? Да, не проблема. Только однажды посмотри на них, этого достаточно. Пуджари, дуй в раковину. Он задул в раковину, все посмотрели на божества, божества открыли, и Рамануджачарья положил свою руку на голову Данурдара. Он увидел красоту божеств и потерял сознание. Рамануджачарья вернул его в чувство через некоторое время, и больше он не смотрел на свою жену. Сказал Гурудев: «Да, теперь я буду с тобой. Не вернусь больше домой». «Нет. Будь со своей женой». «Нет, больше не буду». Рамануджачарья дал ему. Сказал им вернуться домой,
вернуться на следующий день за инициацией. Он был большим пьяницей, как Джаган Мадхай. Все греховные реакции, все греховные действия, которые только можно было сделать, он совершил и сейчас изменился. Вы знаете философию пьяниц? समझे भाई साहब गोपाल को पूछो पी 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 ड्रिंक मोर व्हाट их философия пей больше пей больше алкоголь виски вино до тех пор пока полностью не удовлетворишься так чтобы открыл рот и виски были видны कौन कहेगा पी विल आस्क टू ड्रिंक Такая философия пьяниц. Понимаете? Я же только что объяснил на английском. Пей, 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 до тех пор, пока полностью не удовлетворишься. И открыв рот, чтобы виски было видно. Когда у тебя уже нет жизненного воздуха, он... только тогда можно будет перестать пить. Когда родители заработали много денег, а дети не работают, они тратят все деньги родителей и очень легко загрязняются. Тоже философия пьяниц. Итак, сын одного очень богатого человека стал пьяницей. Каждый день ходил выпивать. And after that, he had to come back. He drank so much, he could not find his steering. Итак, он однажды очень сильно выпил, хотел вернуться домой. Он стал звонить своему другу: "О, пожалуйста, скажи моим родителям, что я кое-что потерял. Что ты потерял? Кто-то украл мой руль. Я не могу вернуться домой." After half an hour, спустя полчаса. Он немного пришел в чувство и снова позвонил своему другу. «Ой, я возвращаюсь, скажи моим родителям, что произошло? Ты же сказал, что у тебя кто-то украл твой руль». «О, нет, я просто сидел на заднем сиденье и не мог найти руль». И только когда придя в чувство, он смог это увидеть. Другую историю расскажу. Два пьяницы очень много выпили. Спали на матрасах. Раньше матрасы делали из хлопка. После того, как они выпили, они курили. И матрасы загорелись. Один говорит другому: «Эй, задняя часть у меня горит, задняя часть горит». А другой сказал: «Да просто поменяй свою заднюю часть». Такая философия пьяниц. Итак, однажды... Один человек заработал очень много денег, и он решил их пропить. Жена ему говорила: «Не пей, не пей». Когда он возвращался с офиса, он очень много пил. А говорил: «Ну хорошо, я не буду пить». «Я ж тебе говорила, это очень плохо, не пей». «Да, я знаю, что это плохо. Я хочу покончить со всеми этими плохими вещами и все вино выпить,
чтобы никто в будущем не мог его пить. Я хочу пить, пить, пить и закончить все вино во всем мире, чтобы больше никто это плохое, плохие вещи не пил. Такова философия. Таким же был Данурдара. Итак, за одну ночь он оставил все и стал учеником Рамануджачари. И был таким верным, таким послушным. Верность — это ключ успеха. Чем более мы верны Гуру и Вашнавам, тем быстрее мы сможем достичь нашей цели. Наши взаимоотношения с Богом зависят от Гуру Дева. Если кто-то поступает против Сиддханта Гурудева, то невозможно получить никаких взаимоотношений. Нужно быть очень осторожным. Понимаете? Наши отношения зависят от отношений с Гурудевом. Если кто-то против Сиддханта Гурудева, устанавливает что-то новое, то это плохо. Нужно быть очень-очень осторожным. В противном случае бхакти будет разрушена. Итак, когда Рамануджачарья принимал омовение в реке Кавери в Южной Индии, там было очень много ступенек, которые вели вниз. Он брал в помощь брахмачарье, чтобы принять омовение. Когда он возвращался обратно, он держался за плечо Данурдары, который был раньше большим пьяницей, не из брахманической семьи, но очень сильным был. И Рамануджачарье не нужно было прикладывать усилия, чтобы идти. А у Рамануджачарье также было тысячи учеников, большой ашрам. Однажды они стали обсуждать, что за менталитет такой Гурудева. Когда он идет принимать омовение, он принимает нашу помощь. Мы же брахманы, и Гурудев брахман. Когда он выходит из воды чистым, он берет в помощь этого шудру, этого некастового. Это несправедливо. И постепенно, это новость. Эти слухи дошли до Рамануджачарьи. Вы можете сесть на стул, мать. Хорошо, не проблема. Итак, что произошло? Что? Они меня так обсуждают? Истинный гуру, он всегда чист. Не так, что после омовения он становится чистым. Наш Парам Гурудев Шрила Бхакти Прагьяна Кеша Госвами Махарадж вообще принимал омовение раз в месяц. Одним горшком воды. Он говорил, у меня нет времени принимать омовение. И что произошло? Рамануджачарья сказал одному из своих личных севаков, так же, как я был личным севаком Гурудева более 30 лет. Он сказал такому же севаку, послушай, сегодня я пойду с учениками принимать омовение. А ты поменяй их одежду. Поменяй их одежду местами. Хорошо, Гурудев. Он так и сделал. И Рамануджачарья сказал, потом расскажи мне, как они друг с другом себя вели. Хорошо, Гурудев. Он так все и сделал, вернулся обратно и рассказал. Они стали ругаться друг с другом плохими словами, чуть ли не подрались. И Рамануджачарья сказал, несколькими днями позже он сказал своему ученику,
Смотри, Данурдар, который гангстер, у него очень много золота, много бриллиантов. Много раз он пытался пожертвовать, но Рамануджачарья отвергал. Он сказал одному из своих учеников, я задержусь здесь Данурдару под предлогом Харикатхи, а ты иди к нему и укради у него все. Итак, вечером его жена ждала Данурдару, но он не возвращался, и она заснула, и все ее тело было в золотых украшениях, и на каждом украшении были бриллианты у жены Данурдары. Итак, ее духовные братья вошли, и она заметила, о, мои духовные братья, и они хотят забрать у нас все золото. И она притворялась спящей. Все видела. Итак, они взяли с одного места, с другого места ее тело. И она подумала, мы много раз хотели Гурудеву отдать все, но он отвергал. А сейчас нужно отдать. Она поменяла сторону, чтобы они снялись с другой стороны. И они испугались и убежали. О, она, наверное, проснулась и убежали. Итак, они пришли к Гурудеву, показали знаком, что работа сделана. Данурдар не мог этого видеть, потому что сидел спиной. И Рамануджачарья сказал, о, Данурдар, сегодня уже так поздно. Я забылся, что тебе нужно возвращаться, и ты ничего не говорил. Гурудев, вы же рассказывали Харикатху, как я мог бы уйти? Иди, возвращайся обратно, твоя жена ждет тебя. Хорошо, Гурудев. Итак, когда он ушел, Рамануджачарья сказал своим ученикам, идите послушайте, как они будут разговаривать друг с другом. И тогда Данурдар вернулся, жена его спросила, Прабу, ты задержался сегодня? Да, Гурудев рассказывал Харикатху. И жена смеялась, чего ты смеешься, наша жизнь успешна, что произошло, смотри. Мы оба хотели все отдать Гурудеву для его служения, но он не принимал это. А сегодня наши духовные братья пришли и все забрали. Все украшения, бриллианты, золото, все забрали. Очень хорошо. Но я немножко несчастлива. Почему? Я видела все, что они брали, но... Они хотели взять украшение с другой стороны моего тела. Я повернулась. Они подумали, что я просыпаюсь, и убежали. Ну, зачем же ты так сделала? Они бы постепенно могли все это снять и так. Да, это моя ошибка. Не проблема. Завтра мы все остальное дадим Гурудеву. И ученики пришли к Рамануджачарье и все рассказали, о чем они говорили. На следующий день все, что оставалось у Данурдара, он отдал Гурудеву. Данурдар ушел. И Рамануджачарья сказал позвать всех учеников. Смотрите, вы живете в моем ашраме. Я даю вам всю одежду, еду. Вы только здесь сидите, совершаете баджан. А у Данурдара есть свое имущество. Когда я принимаю омовение, я принимаю вашу помощь из-за старости. А обратно иду, принимаю помощь Данурдара, потому что он один меня может вытащить и донести по лесенкам. Итак, а вы хотели из-за этого покинуть мой ашрам? Мой ашрам открыт, можете уйти в любое время. Смотрите,
Это я устроил эту ситуацию, чтобы поменяли вам одежду. И вы так ругались такими грубыми словами. Что вы за брамачари такие в Мадхаваси используете грубые слова? А смотрите, у Данурдары. Я послал к нему своих учеников, и они все забрали, и они стали говорить, о, наша жизнь успешна, что у нас все забрали. И кто же более верный, кто более преданный? Все вы или он? По этой причине я принимаю его помощь. И Гурудев знает сердце каждого, а верность — это ключ к успеху. Много других еще игр. Однажды он давал класс, тысячи преданных. Они задавали вопросы. Рамануджа Чарья сказал, послушайте, вы задаете вопросы. Я не могу ответить на все сразу. Лучше в этом холле вы покройте один угол, и я за него зайду. И могу ответить на все вопросы, они так и сделали. Они задавали тысячи вопросов одновременно, и он отвечал на тысячи вопросов одновременно. И все были удивлены, как это возможно? Один из слушателей стал очень любопытен. Он увидел, он заглянул за шторку и увидел тысячи змей. Почему? Потому что это инкарнация Господа Анантадева. Он пришел в форме Анантадева и отвечал на все вопросы. Смотрите, насколько же он могущественный. Сегодня день его ухода. Много-много еще других вещей есть. Сейчас я перейду к другому. Почему мы должны совершить баджан Бхагавану? Почему бы не есть, пить и жениться? Почему бы не есть мясо и все остальное? Что, как пишется на английском мясо? M-E-A-T. Meat. M-E-M-E. То есть я. E-A-T есть тот, кого ешь ты сегодня, завтра или в другой день съесть тебя. Потому что каждое действие имеет реакцию. Каждое действие имеет противодействие и также побочные эффекты. Тот, кто ест меня сегодня, тот, кого я ем сегодня, завтра съест меня. Бхагаватам указано. Тот, кто продает животных на мясо, тот, кто покупает, тот, кто разделывает, тот, кто готовит, тот, кто обслуживает, все повинны в этом. Однажды нужно будет платить. Жил однажды один царь. Каждый день он убивал многих животных, чтобы отправиться на райские планеты. Однажды пришел Нарада Риши и сказал, «О, чего ты делаешь? Вы можете сесть сюда». Чего ты делаешь? Я хочу отправиться на райские планеты. Таким образом, ты не сможешь отправиться на райские планеты. Тот, кого ты убиваешь, однажды тебя убьет. И Нараджи распрыснул воду из своей командалы на него. И он стал без сознания. И всех, все животные, которых он убивал, появились перед ним и стали его разделывать. Увидел он это во сне. О, он очнулся и, раскаявшись, стал спрашивать, что же мне делать? Совершай баджан, и ты после этого сможешь отправиться в духовную обитель. Почему нельзя принимать яйца? Это эмбрион. Мы не принимаем эмбрионов своих матерей, дочерей или сестер. Это нехорошо. Мы не едим мясо, плоть своих родственников.
А почему нельзя лук или чеснок? Они находятся в гуне невежества и не разрешено предлагать Господу. Итак, если вы еще не воспеваете, начинайте воспевать. Каждый день. То, что вы делали, все, оставьте это. Больше мяса, рыба, яиц нет, не оставьте. Лук и чеснок оставьте, и строго запрещено курица на кухне. И каждый день повторяйте Харе Кришна. И ваша жизнь станет успешной, и сможете получить мир и спокойствие в уме.